Привет! Вы смотрите канал магазина Bag & Wallet, меня зовут Костя, и сегодня мы говорим про кошельки на каждый день. Несмотря на то, что практически во всех кафе, магазинах и даже каких-то небольших заведениях можно расплатиться смартфоном, наличка и карточки иногда бывают нужны, и, соответственно, кошельки все равно остаются актуальны. Первый в нашей подборке – Bellroy Note Sleeve. В нашем случае это премиум-версия, вот такого вот бежевого цвета. Размеры кошелька 102 на 90 мм, вместительность от 4 до 11 карт, плюс развернутые купюры и есть отсек для монет. Материал это натуральная кожа премиум качества, изготовленная с использованием технологии Dritone, уникальный процесс дубления, экономящего воду и химические вещества. Он воспроизводится компанией Ecolaser в Нидерландах. Подкладка из переработанного полиэстера. Есть RFID защита от считывания. На фронтальной панели логотип, небольшая строчка. Ну, в целом ничего лишнего здесь нет. Для карточек с быстрым доступом у нас предусмотрено 3 слота. Здесь один и здесь два. Также есть скрытый карман для карточек с небольшим язычком, за который вы тянете, карточки удобно достаются. Ну и, собственно, отделение для налички, куда помещаются купюры любого размера. Внутри еще один скрытый слот для карточек и также потайной отсек, который закрывается, куда удобно прятать монеты, чтобы они не выпадали. Bellroy Travel Wallet – это кошелек, в который поместится все. И несмотря на то, что он ориентирован на путешествия, чтобы сюда билеты спрятать, всегда носить паспорт, он отлично подходит и для ежедневного использования из-за того, что он достаточно компактный. Размеры Bellroy Travel Wallet 150 на 97 мм, вмещается 6-10 карт. Есть два отделения для налички, один из которых скрытый. Сюда также помещаются билеты. Предусмотрен слот для сим-карты и скрепки. Есть портативная шариковая ручка в комплекте. Ну и также отделение для паспорта или небольшого блокнота. Материал – это прочная натуральная кожа премиум-класса, гарантия на кошелек 3 года. 4 отсека для карточек быстрого доступа. Отделение для паспорта. Помещается классический паспорт. И также здесь у нас виднеется шариковая ручка, которая бывает ну просто необходима иногда. В комплекте идет дополнительный стержень, ну и кошелек можно использовать в качестве подкладки, если нужно заполнить какой-то документ в аэропорту или в поезде. Это на самом деле очень важная вещь. Ручка, я считаю, должна быть у всех, а здесь она удобно размещается, ничему не мешает и... В целом это очень удачное решение, у других производителей я такого не встречал. Внутри у нас 3 отделения для карточек, один с этой стороны и 2 с этой стороны. Здесь у нас отделение для скрепки и сим-карты формата Nano. Основное отделение для наличных или билетов, оно достаточно большое, сюда любые купюры влезут. И также скрытый карман, куда можно, например, положить купюры другой страны. Это также очень удобно, вы их просто прячете, они вам не мешают. Ну и это дополнительная защита, если вы будете рассчитываться в магазине, никто не будет знать, сколько у вас еще купюр там сложено и, в принципе, есть ли у вас какие-то еще деньги. Bellroy Flip Case – это противоположность кошельку для путешествий, компактный карт-холдер, разделенный на две части и оснащенный магнитными застежками. Размеры карт-холдера Flip Case 105 на 70 на 10 мм, вмещается 6-8 карт плюс сложенные купюры. Материал это прочный полимер, обтянутый натуральной кожей растительного дубления, плюс есть магнитные застежки. Гарантия 3 года и защита RFID от считывания. Фронтальное отделение сплошное, либо для карточек, либо налички. Защелкивается, кстати, с очень приятным звуком. Сзади у нас отделение разделено на две части. Можно отделить наличку, она сюда помещается в сложенном вот таком вот формате. И также можно разместить карточки. Вот небольшой разделитель, который позволяет организовать все, что вам нужно.
Flipcase, по сути, это двойной кошелек, его можно использовать для рабочих и личных карт или отделить скидочные карты, которые нельзя добавить в смартфон. Налички много не поместится, но это и не предусмотрено. Пара купюр для непредвиденных обстоятельств. Ridge Wallet Money Clip – это карт-холдер, достаточно брутальный. Он доступен в корпусах из алюминия, из карбона или из титана в разных количествах расцветок. Удобная штука, у которого есть крепление для налички и также основное отделение для карточек. У нас алюминиевая версия в зеленом цвете. Размеры 86 на 54 на 6 мм, весит он 60 грамм. На карт-холдере действует пожизненная гарантия и предусмотрена защита от считывания. Вмещается от 1 до 12 карт, которые надежно держатся с помощью резинки. Здесь у нас клипса для налички, которая сворачивается, также надежно держится. Доставать карточки удобно, просто на них давим, и они у нас, собственно говоря, чуть-чуть выскакивают, и можете вытягивать их и без проблем пользоваться. Материалы надежные, приятные, можно конфигурировать под свои задачи. У производителя есть и другая модель, где вместо зажима для денег резинка. Получится уместить чуть больше налички, опять же выбирайте вариант под свои задачи. Dun Wallet Fold и Dun Wallet RFID – это очень тонкие кожаные кошельки. Размеры кошелька Dun Wallet Fold 90 на 60 на 7 мм, два отделения для карт внутри и одно снаружи для быстрого доступа. Это отделение без защиты отсчитывания, удобное для быстрых платежей или проездного пропуска в офис. В общем, сюда я бы не советовал все-таки размещать банковскую карту, если вы боитесь, что у вас в метро кто-то что-то там украдет. Сюда вот удобно помещается, например, проездной. Тройное сложение позволяет хранить все необходимое и оставлять кошелек таким же компактным. Отделение для банкнот – это кожаный зажим, который вмещает купюры любого формата. И по бокам у нас два отделения для карточек, куда помещается несколько карточек. То есть не обязательно размещать по одной. Но, разумеется, размеры будут увеличиваться. Dun Wallet RFID по размеру 105 на 75 на 5 мм. Внутри 4 слота для карточек и кожаный зажим для банкнот. Это самый тонкий кожаный бумажник в мире, и минималисты такое точно оценят. Отделение для купюр меньше, чем у версии Fold, а значит, не все валюты сюда подойдут. Рубли, доллары, небольшие номиналы евро помещаются без проблем, а вот уже крупные купюры могут размещаться не так комфортно. И налички сюда поместится чуть-чуть больше, чем предыдущую версию. Замечательные минималистичные кошельки, которые сделаны вручную, очень приятная кожа, минимальные размеры, что позволяет разместить их практически в любом кармане. Pioneer Flyfold и Pioneer Molecule – это очень приятные на ощупь, очень качественные материалы и необычные материалы для такого рода аксессуаров. Фишка бренда – инновационный материал, который стойкий к мелким порезам и раздирам. В основе жесткая оправа, сохраняющая силуэт кошелька аккуратным долгое время. Материал очень похож на кожу, но в отличие от нее не выцветает, не трескается и имеет высокую водонепроницаемость. Ткань аксессуара Pioneer в 10 раз прочнее стали и легко выдерживает, например, стирку в стиральной машинке. Размеры Flyfold 105 на 83 мм, весит 30 грамм. Есть два отсека для карт и отдельный отсек для купюр. Вместительность от 4 до 10 карт. Защита отсчитывания предусмотрена только в расцветке Onyx, черный, синий и зеленые кошельки без RFID защиты. Материал очень плотный, так что первое время доставать карточки будет неудобно. Нужно подождать, пока немного растянутся швы, и удобно будет вмещаться все необходимое. Но на самом деле даже вот три карточки помещаются без проблем, то есть, грубо говоря, из коробки кошельком можно пользоваться. Ну и сюда у нас помещается наличка, в принципе, любого формата. Удачный, компактный кошелек, у которого очень приятная текстура и вот такие вот переливающиеся линии. Размеры карт-холдера 70 на 108 мм, весит он 28 грамм. Есть три отсека либо для карт, либо визиток, можно купюры в сложном формате положить. Это аналогичный материал, но в отличие от кошелька, наличку неудобно складывать. Вот здесь у нас есть карточка, здесь есть карточка, и наличку доставать отсюда, ну прям
тяжеловато. Если вы используете наличку только в экстренных случаях и она вам для этого здесь и нужна, то это совсем не проблема. Надежные и долговечные аксессуары Pioneer, которые не потеряют свой внешний вид со временем, никаких лишних элементов здесь тоже нет. Как бы по планете не шагали бесконтактные платежи, как бы не переносились все документы, справочки и вот это вот все в смартфон, бывают непредвиденные обстоятельства, банально телефон разрядится и вы не сможете заплатить. Поэтому карточки и чуть-чуть налички всегда с собой должны быть, и красивый кошелек, который будет постоянно с вами, это все-таки отличный аксессуар, который должен быть. Даже банально вы будете перекладывать его из куртки в рюкзак и вот обратно, если это будет качественный аксессуар, вам будет приятно это делать. Надеюсь, что ролик был вам полезен. Вы смотрели канал магазина Bag & Wallet, меня зовут Костя. Не забывайте про подписку, лайк, комментарий. До скорых встреч!